нам сюда приехали? Я сдаюсь! Артём, связь! Вот ты где, дружище! Откапывать тебя не надо? Ну, вылезай тогда! С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится? Несговорчивые какие! Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе, кум королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы, но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи! Братва, мне сообщают, что на нас
лабораторию подвалили какие-то гастролеры на паровозе. Это странно. Мы вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашения соваться себе дороже. Гости, видать, из непонятливых. Ну или издалека. В любом случае надо разобраться, что это за черти и чего хотят. Кого надо, вызову отдельно. А остальным пока готовить тачки, пушки и бычье из рабов. Скоро все это может понадобиться. Всем отбой, барон сказал.
говорить будет. Всем слушать. Барон говорит. Интересные дела творятся, браточки. В крайнюю бурю кто-то вырезал наш пост в развалинах. И по времени, и по всему это гастролеры с паровоза. Я им предъявил, но они с темы съезжают, типа не при делах. А только видели их людей на точиле, что у пацанов на посту было. Короче, отморозки. Почему полный? Поэтому клювами никому не щелкать. Всем отбой, барон сказал. Что за сука там шумит на? Ну вот, падла, пойду я проверять. Падла драная! Падла, мля! Thank you.
Всем слушать! Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Носатый! Что с авиабазой? Братва звонит, там уродов расплодилась тьма! Я тебе когда сказал, что там зачистить? А барахло ценное и особенно пушки собрать и сюда привезти! Какого хера куча хорошего железа пропадает? Пацаны его там растаскивают, да друг другу морды бьют! И не смотрит даже, что ты там смотрящим назначен. Людей нет, зашиваешься, не справляешься. Так ты прямо так и скажи. А если подписался, так давай предоставь. А то не ясно, ты за кого меня вообще держишь? Всем отбой, барон сказал. Но задрало уже шарик по углам. Да и подорваться тут как два пальца. Ну и вообще, все сработало. Ну, падла, ловушек натыкала. Спросим с твари этой за каждое.
Кто это у нас тут? Херово спрят. Шухер! Опустила мля лифт на! Всех не перестреляешь, падла! Хоть один, но до тебя доберется! Чё вы встали на? Шевелись! Вперед! Поджимай ее! Вот шалава! Пацанок на раз валит, а лохматый жалеет! Сама такая же! В это не валит! Ну, держись, шкура! Прикройте меня! Ща выкурю ее из норы! Давай, давай! Сюда иди! Да! Еще ближе! Лови подарок! Твою мать! Ты ответи за все! Вот он! Баранью тебя, только порвем, сука! На, получай! Нэнсини Элтеремин! Получай, га! Сизгейт! Чай пить будем! Все тихо, да? Никто нет уже? Сюда иди, да? Он враг, ты его убивал! Ты друг, думаю! Дверь бекину! Ты стой, я лифт опущу! Айрам!
Мунда, сызалады! Сюда иди, иди! Ты Артём, да? Проходи. Кто убил Мунай-Бай, мой друг? Мунай-Байлер народ Гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай-Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше, до войны, центр связи был. Мама работала, офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Гюль, услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо... Пока новый Мунай-собака не приехал. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет.
Готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да?